Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного. 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжении 7 дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры свои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день — отдание праздника Господу Богу твоему, не занимайся работою. 7 седмиц отсчитай себе, начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник 7 седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. Праздник кущей совершай у себя 7 дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник 7 седмиц и в праздник кущей, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь в себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой.